Первая инвестиционная площадка уже почти готова. Здесь завершены работы по обеспечению водотеплоснабжения и водоотведения. Осталось выполнить мероприятие по внешнему электроснабжению трансформаторной подстанции. Эти работы будут завершены к лету. На второй площадке трансформаторную подстанцию предстоит построить до 2021 года. Однако в планах сдать объект раньше срока. Создание рабочих мест в основном для жителей Ленева и, конечно, привлечение инвестиций в экономику области и района. Вот на сегодняшний день 6 проектов одобрено, и задача их разместить на 2 инвестиционных площадках, на которых мы сегодня побывали. Эти проекты дадут инвестиции более чем 1 700 000 000 рублей. Будет создано 260 рабочих мест. Также министр жилищно-коммунального хозяйства посетил и Леневский полигон. Сегодня он обслуживает несколько территорий – Лениево, Евсинский, Промышленный и Листвянский сельсоветы. В перспективе увеличения численности муниципальных образований. 1 апреля здесь установлено новое оборудование, которое позволяет учитывать вес доставляемого груза. На полигоне коллеги были, обратили внимание, что начинается работа по весовому хозяйству. Это была главная беда. В свое время система обращения с отходами, не было учета вообще никакого. Ну, не секрет, что эта система существовала, она в серой зоне, так называемой. Да? То есть сейчас как раз задача вывести ее в открытую территорию, учет наладить. Вот как раз установка весового хозяйства – это один лишь из этапов. В завершении рабочей поездки министр провел совещание с участием глав муниципальных образований из Искитимского района. Обсудили организацию вывоза мусора в сельсоветах, порядок заключения договоров с жителями населенных пунктов.